Що, знімаєш? Здрасте, я целиной зарізав. Та нормально тебе. Я її всю мою зарізав, так що ти не розказуй. Та ні, я говорив, виключимо, що я нам буду переклик. Буду не перекликувати. Ой-ой-ой. Ты же мне говорил, Тим, люби друзей. Так, а ну, Николаша, давай мы с тобой поделимся тут. Все на месте. Да, все на месте. Ты смотри, может покажи им сначала фактурку. Да. Та видно, видно. Что ты переживаешь? Высвечивает лампочка. Можно начинать. Значит, что мы сделали? Мы сделали финишкой. Использовали финишную аеркомовскую шпаклевочку в виде модельной массы на потолочек. Вот. Сделали шпателем декоративную такую под дерево. Декорчик. Вот. И сейчас скрываем патиной авторской. Что здесь у нас? У нас здесь клей флизелиновый. Так, у нас здесь краска фасадная. У нас тут универсальный краситель. Даже два универсальных красителя. Так, такой непростой цвет. И клейпова у нас не было. Я положил грунтовочку концентрированную. Все это у нас получилось. Где-то 3 литра клея, где-то около полулитра грунтовочки, концентрат. И где-то, наверное, пол-литра краски, может, литрушку краски. Вот так. Вот на этот объем у нас получился такой патина. Что здесь нужно отметить особо? То есть хотите, чтобы у вас был видна подложка, значит, добавите краски меньше. В нашем случае мы тут посоветовались и решили, что будет такой легкий. Можно даже будет показать этап, где он уже может подсох. Чтобы не увидели, какой эффект. Получается, он дает усадочку, и видна вся фактурка, он же высыхает. Что еще? Ну, загрунтовали, конечно, перед этим. Перед нанесением патины, чтобы не было... Ну, во-первых, чтобы он не забирал у нас влагу. Чтобы расход был патинки хороший. Ну, и не пятнило. Расход. Ну, мы считали сколько? Метров 15, да, считали? 20 квадратов сделали где-то около 3 литров. Вы считаете, где-то по 150, наверное, грамм на квадратный метр. Почему взяли стартовую, вернее, не стартовую, а финишную? Ну, финишная мелкая, более мелкая фракция, и у нее есть такой фокус, когда ее в верхушке поджигаешь. Вот, она такая, как Венеция. Начинает, ну, железнейшая она.
полируется. Ну и здесь такой же фокус мы хотим добиться, чтобы после высыхания было. Можешь показать, откуда идея? Вот у нас здесь тренажерный зал, там бильярдная, что здесь они планируют. Такая тоже под дерево, и оно вроде как будет перекликаться с этим помещением, с бильярдной или с тренировочным. Подвести, показать, какое оно после патинки, ну когда вот оно уже, мы его нанесли, оно сейчас подсыхает, и сейчас покажем, вниз спустимся и покажем вам, да, какое оно уже готовое. Весело. Ага, вот так. Не знаю, хватит. А ну, Жека, подсвети мне сейчас, или я подсвечу. Да, вот такое. Получается уже, когда оно подсохло. Тоже можно глянуть. Так что, ребята, делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. Вон Женька еще покажет, как он декорирует кирпичики. Такая работа для умелых рук еще у нас предстоит декорировать каждый кирпич. Да, вот так рождаются, ребята, шедевры. Да, видно, как под шпателем получается. Ну, как под рукой мастера. Потолок превращается. Нет, есть повеселее, конечно.